Ты что, с ума сошла? Молчи и слушай. Не начинай все сначала. Глупый. Речь о документах, Фернандо. Что ты узнала? Сам подпись Орасио. Так, и что? Он их не терял. Их нет. О чем ты? Я их порвала. Теперь Орасио передал нерту мне. Зачем ты это сделала? Помоги мне, Джуниор. В чем помочь? Управлять фирмой я ничего не знаю. Помочь? После того, как ты предала отца? Так будет лучше. Ты говоришь о предательстве. Мы занимались с тобой любовью. А это... Я не хочу ничего слышать. Понятненько. Вся эта любовь, вся эта свобода. Ты стыдишься этого. Не хочу больше тебя слушать. Мне это не нравится. Не рассчитывай на меня. Уходи. Если отец узнает, будет кошмар. Мне на это наплевать. Мое положение совершенно изменилось. Твой отец не будет больше обращаться со мной, как раньше, хуже, чем с прислугой. Он говорил, что я нахлебница. Хватит меня, хватит, хватит. А теперь ты воровка. Тебе от этого лучше? Фернандо. Я должна кое-что сказать. Сейчас у меня нет времени. Это очень важно. Нет времени, у меня проблемы, Рената. У меня встреча. Поверь, это очень важно, Фернандо. Позже. Я порвала документы. Их не украли. Их нет. Я убью тебя! Убью! Мне нечего терять. Зачем? Зачем ты переписала его на свое имя? Не ори на меня! Чтобы ты не втаптывал меня в грязь! Это поможет нам разобраться в отношениях. Но не в супружеских, нет. Мы заключим сделку. Мы больше не супруги, мы партнеры. Только и всего. Thank you.